Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Сегодня мы с вами обсудим новую модельку на Black Rush. Давно не было обзоров моделек, а я знаю, как вы их любите. Посмотрим вот на все вот эти вот, знаете ли, модельки. Они вышли в январе. Типа вот представили их, но скорее всего появятся они где-то вот в феврале. Лично я так понимаю. Вы что с людьми-то делаете? Они что будут вот делать-то после всего этого? Они увидят вашу вот эту хуйню, блять. Но это же вообще это какой-то сущий пизде по полной. Не то что сущий, это кошмар, это страшно, это, блядь, просто страх. Ёбнул вот эту вот всю хуйню. То есть как я по всему этому должен понять, типа моделька будет крутая или моделька будет плохая? То есть я вообще не знаю, как они тут все это высмотрели. А если у человека зрение, блять, -2, он как все это увидит-то, сука? Менеджер за все это не отвечает. Он чисто по рекламе, но это же, блять, вообще это страх. Но, разумеется, надо будет посмотреть, как все это будет выглядеть в игре, потому что, может быть, в игре все это будет выглядеть нормально. Но сейчас то, что я вижу, блять, ребят, ну с этим что-то надо делать, я лично так думаю. Может быть, вы со мной не согласны, может быть, там еще что-то. Че это за хуйня-то, в самом деле? Вы че выложили-то, сука? Вы удалите, пожалуйста. Типа, че, блять, я нихуя не понимаю. Некоторые спрашивают, мол, сколько все это будет стоить, сколько там то, сколько там это. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Начинаем новый месяц февраль с коротких, я так понимаю, видеороликов, потому что сегодня у нас, знаете ли, не до воды, потому что, ну, тут ее даже не польешь. Каким образом? То есть, постоянно вот мне соседи жалуются, мол, я их вот затапливаю. То есть, соседи снизу вот говорят, чел, ты нас затапливаешь, типа, уже просто невозможно. Вот стоит твой ролик включить, все, потоп. Ты там что-то сделай, там, вот, я не знаю, со стояком, может быть, еще с чем-то вот этим вот прочим, и уже как-то, ну, давай, там, решай вот эту всю свою проблему. Нет проблем, сказала Слава Мерлоу, потому что, знаете что? Потому что сегодня мы с вами обсудим новую модельку на Black Rush. Давно не было обзоров моделек, а я знаю, как вы их любите смотреть, рассказывать, делиться с друзьями, писать комментарии больше 4 слов. То есть я все это прекрасно знаю и стараюсь, так знаете, угождать своим подписчикам в этом плане. Поэтому давайте сейчас посмотрим вот на все вот эти вот, знаете ли, модельки. Они вышли в январе, типа вот представили их, но скорее всего появятся они где-то вот в феврале. Лично я так понимаю, и они не особо качественно вот сфотканы, сфотографированы, поэтому я буду, наверное, бомбить. Вот, смотрите вот на все это. То есть, как? То есть, почему вот все это так плохо сфоткано? Почему фары, блядь, черные? Почему все такое, почему градиент какой-то хуй пойми? А на какого цвета это будет, блядь? Toyota Land Cruiser это. Это что такое, блядь? Toyota, ладно, Land Cruiser типа тоже пойдет. Но вот это вот, почему она темная-то такая, блядь? Я нихуя не понимаю. Блядь, ну это просто пиздец, блядь. И я смотрю на все это, я думаю, чуваки, так же нельзя. Вы что с людьми-то делаете? Они что будут вот делать-то после всего этого? Они увидят вашу вот эту хуйню, блять, и все. Она фиолетового цвета или она, блять, белого цвета? Что это? Что это за градиент? Я не понимаю. Радиаторная решетка, типа, ладно, похуй, бывает белого цвета. Все остальное что? То есть это какой-то макет, блять, это какая-то прочая залупа, вот это все, я не понимаю. Но вот мне лично непонятно, я немного, так знаете, чел, который не понимает, вот знаете, его еще Стаса и как просто смотрел, я не помню, как его зовут, если честно. Но это же вообще, это какой-то сущий пизде по полной. Не то, что сущий, это кошмар, это страшно, это, блядь, просто страх. То есть смотрите на все, я не понимаю. То есть до этого были какие-то модельки, я еще говорил, типа, блин, ну тут свет не так падает, тут не тот градиент, тут вы не то подобрали, тут просто же пиздец. Black Rush решила не запариваться и ёбнула вот эту вот всю хуйню. То есть как я по всему этому должен понять, типа, моделька будет крутая или моделька будет плохая? То есть я нихуя не понимаю, что, почему. В комментариях некоторые пишут, мол, там, знаете, моделька под основу там с Барвихи взята, что-то вот это вот все прочее. Я вообще не знаю, как они тут все это высмотрели, а если у человека зрение, блять, -2, он как все это увидит-то, сука? И он без очков еще к монитору пришел, что он будет делать-то, ёпта? Он черное пятно увидит, все, блять. Это же все сливается, это не вот что это, блять. Это у вас в 3DS Max так работает, что, блять, все черное, блять,
фары черные, блядь, колеса черные, блядь, нихуя нету. Я не понимаю, друзья, Black Rush, в самом деле, мы же с вами, там, знаете, с менеджерами, я вроде как общался, что это такое, в самом деле, я понимаю, что менеджер за все это не отвечает, он чисто по рекламе, но это же, блядь, вообще этот страх. Но, разумеется, надо будет посмотреть, как все это будет выглядеть в игре, потому что, может быть, в игре все это будет выглядеть нормально, но сейчас то, что я вижу, блядь, это просто, блядь, невозможная хуйня какая-то, блядь, я смотрю на все это, думаю, чуваки, это же просто, блядь, невозможно, что это такое? Просто ужас, блядь. Ребят, ну с этим что-то надо делать, я лично так думаю, может быть, вы со мной не согласны, может быть, там еще что-то, но я думаю, что с этим, блядь, что-то нужно уже решать, потому что, блядь, вот эти вот модельки, которые вы выставляете, и то, как они вообще выглядят, то, как они позиционируют себя, ну это просто ужас, блядь, вы посмотрите на эту хуйню, что это за хуйня-то, в самом деле, вы что выложили-то, сука, вы удалите, пожалуйста, это еще и, наверное, знаете, что это рекламный пост, скорее всего, да-да, это рекламный пост, сука, вы блядь, Black Rush, вы что-то вот я, вот тут уже, знаете ли, к менеджеру появляются некоторые вопросы, он видел, что он выставляет-то или нет, или тут как, что, то есть должно появиться какое-то отвращение ко всему этому, или что должно появиться, я не понимаю, типа, чё, блядь, я нихуя не понимаю. Некоторые спрашивают, мол, сколько все это будет стоить, сколько там то, сколько там это, я могу сказать только одно, то, что это выглядит пиздец страшно, пиздец хуёво, и в целом, если вот я тогда бомбил на всю эту хуйню, то, что там в Brilliant RP, то есть они сделали вот эту свою желто-оранжевую залупу, и ты типа смотрел на все это, думал, чуваки, блядь, вам вообще не стыдно все это выпускать, все это делать, блядь, как вы все это, как вы всем этим, блядь, занимаетесь-то всей этой хуйней, то тут я прям, я не знаю, что вам можно сказать, чуваки, я просто, я будто бы обманут, я будто бы просто, я в каком-то трансе нахожусь, чтобы, я не знаю, блядь, это серьезно, я вижу, блядь, вы тоже все это видите, или что, я не понимаю, но это вообще просто пиздец какой-то, чуваки, блядь, ну это просто ужас, блядь, ну просто пиздец. Однако, ладно, я думаю, что на этом уже можно все закончить. Моделька мне не понравилась, оценку можно выставить, типа, какую-нибудь там, я не знаю, 12 из 10, там, я не знаю, 9 из 10, то есть в целом все хорошо, но мне вот лично все это не понравилось, поэтому, типа, минус балл за все то, что мне это не понравилось, потому что люди вроде как там что-то уже и начинают спорить, мол, сколько будет стоить, а слизано с того, слизано с этого, их вообще, блядь, не волнует то, что оно выглядит хуево. Я не понимаю, почему, то есть, может быть, мы как-то по-разному все это видим, может быть, люди со зрением минус 200, типа, видят там хороший гоночный спорткар, а я вижу какую-то хуйню, блядь, вот эту вот всю вот Toyota Land Cruiser, блядь, я не понимаю, если честно. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, вы там тоже можете играть по айпишнику описании, заходить, все вот там делать, поэтому заходите, узнавайте, познавайте и прочие вещи также, ну, делайте, это вполне логично, это вполне нормально, это вполне законно, так типа делают все. Также в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, там мы держим связь на случай, если произойдет какая-то залупа, хуйня и вообще канал удалят, страницу ВКонтакте забанят, Твиттер там поступят как с Дональдом Трампом, в Фейсбуке меня нету, и тут остается только Инстаграм, но Инстаграм тоже там отлетит, забейте, поэтому только Телеграм, переходите туда, и там все это узнавайте, делайте, подписывайтесь, и новости там, посты практически, наверное, ну, каждый день или около того. До свидания и, наверное, пока.